По легенде, здесь случилась авария. В салоне зажаты пассажиры. На место прибыл аварийно-спасательный автомобиль со всем необходимым оборудованием. Рядом дежурит машина скорой помощи. У спасателей на счету каждая минута. Обозначить место аварии, заблокировать колеса, тщательно проверить машину. С этого начинают команды спасателей. Чтобы добраться до пострадавших, разбивают окна автомобиля, пускают в ход гидравлическое оборудование. На выполнение задачи каждой команде дается 45 минут. Но, как правило, справляются пожарные гораздо быстрее. Здесь основной момент отрабатывается оказание помощи до прибытия медицинской. Безопасное извлечение пострадавшего. В данный момент у каждого есть своя легенда, где прописано, что случилось с пострадавшим, какой вид ДТП. Сегодня в машине манекены, но в реальной ситуации на кону жизни людей и права на ошибку нет. Чтобы рука спасателя не дрогнула, когда важна каждая секунда, проводятся соревнования по профмастерству. Сегодня в них участвуют 6 команд. Это лучшие спасатели региона из Самары, Тольятти, Сызрани. На состязании пожарные действуют по алгоритму, но во время реального ЧП, говорят, никакого регламента нет. Всегда приходится ориентироваться по ситуации. Субару и Калина. Значит, произошло столкновение, и после этого в Субару была зажата девушка, прям причем серьезно вот была конструкция, а в Калине было 3 человека, у которых были различные травмы. Каждый спасатель, который прибыл туда, уже знал, что непосредственно он должен делать. То есть мы разделились, я участвовал непосредственно, помогал разбору Субару, вот, и остальные 3 человека работали на Калине. Почему? Потому что там было больше пострадавших. Сегодня лучшей стала команда 7-го отряда Федеральной противопожарной службы. Теперь спасателям предстоит защищать честь Самарской области на межрегиональных соревнованиях. Алина Чемери, Станислав Левин, события.